После фразы генерала «Иванов, готовь дырочку», Иванов, прапорщик Иванов, говорит: так и не понял, хотят его наградить или все-таки будет взыскание. Мойша записался на капуэру. И теперь, перед тем, как получить въебальник, Мойша красиво танцует. Собрались как-то заяц, волк и хомяк поехать в Китай. Ну и, значит, сидят и мечтательно так рассуждают. А как, интересно, нас будут звать вот по-китайски, например, как наши имена будут звучать? Ну, заяц такой: я думаю, что меня будут звать Зуй. Волк такой: а я тогда, наверное, буду Вуй. А хомяк говорит: а я, наверное, с вами в Китай все-таки не поеду.